Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Номер 648. События дня. Иеремия 15:6. «Ты оставил меня, — говорит Господь, — отступил назад, поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать». За 21 сентября 2017 года. Ксения Юрова. «Дорогой Игнатий Тихонович, безмерно рады получать ваши проповеди в стихах. Поздравляем вас с днем, когда ваша мама нашла мальчонку, а тятя, узнав о таком событии, довольно утер усы. С рождением отца Якима! Слава Богу за братьев Лапкиных, многое вам лета!» Игорь Думчиков, Игнатий Тихонович, последний стих мне очень понравился. Покажу его дочь, она у меня их любит читать. Вот остальные для меня показались по прочтению сложноватыми, хотя их смысл очень понятен. Чем они интересны? Благодарю Господа Бога, что вы есть у меня на страничке и в моей жизни. Храни вас Господь. Помолитесь обо мне, и я буду за вас молиться, что, надеюсь, мне будет прибавлять молитвенной крепости. С Рождеством Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии. Александр Марьясов. Мир вам, Игнатий Тихонович. Вот в этом небольшом вашем стихе заложен целый текст обычной книги. Это я для себя определяю, потому что я знаю, о чем у вас всегда болит душа. Это как о любви к Богу, к Священному Писанию, к благовестию и, конечно, к людям, с желанием каждому спасения. Спаси, Христос. Ну и тут я сегодняшнее стихотворение ставлю для всех. Сирахов 7:39. 7 надо поставить. «Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь». Ему бы жить да жить, так говорят. Я говорю о Коленьке Рубцове. Ничем не очищался от телят, душа во тьме, как узник на засове. Нет ни жилья, ни веры, ни Христа, и цели нет возвышенной, ни хрупкой. Расплаты час нечаянно настал, душа заныла, расставаясь с трупом. Метался, пьянствовал и плакал у берез, тележный скрип и журавлей восславил. Как будто и не знал, что есть Христос, ревел с покинутыми дикими ослами. Кичился рифмоплёдством пустоты, жен ненавидел, женщины отвергнут. Икшался с мёртвенькой, незнаемой, впритык. Не дал же Бог с талантом вместе веры. Без веры колобродил по пивным, жил у друзей, работы чурался. Колеса грязные описывал, а вин был хил и мал, зато отменно дрался. Сожительницы руки задушили, как пса бездомного, когда с ножом к ней лез. Из биографии его торчит безумство шило, в душе заброшенные пустых бутылок лес. Он волен был собой распорядиться, но тех, кто все еще в поэтах прозябают, стишки его мусолят, мусор, листья, героям лепят, даже подражают. Его душа нетрезво исторглась из тела грешного, скандального до слез. Других учил, а сам закончил с горькой, кто на мытарствах душеньку понес. С чем мы придем, какие ждут руины? Пришли ли к Господу, сумели примириться? Или зароют, словно бы скотину? Мы все под эпитемьёю, ежедневным риском. 26 января 2006 года. Лука 12:45-46. «Если же раб тот скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, если пить и напиваться, то придет господин раба того в день, который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными». Ну что за события вчера? Ну, утром литургия, всей деревни собрались. После, на 2 часа, батюшка назначил прийти к нему. У него день рождения, день ангела.
Ну и все это мы засняли, покажем. Беседа была. Ну мы что готовить? Картофель. Думали на костре сделать все. На костер. Где летом для детей бывает. Но сказали, что будет большой дождь, и отменили. У батюшки на дому все было. Никита картошку напек в печке, пожег там сколько, но все равно можно было. Я и сухарей принес барнаульских. Больше-то ничего нету. Ну, как всегда, у батюшки шикарный стол, все у него есть, и березовый сок, и пельмени сам наготовил он. У него овечек много, батюшки. Сам 500 пельменей сделал. Они у него красивые такие. Ну и всех угощали за столом. Немножко поговорили. Батюшке 73 года. А мне на 5 лет больше. 78. Это вот день один. Потом я пошел снимать капканы. Там ставил андонадаторы. Поехал. Как каждый день выгуливаю урагана пса, который ездил с нами на Благовестие, на миссию. Хожу с ним. Потом на две голубятни слазил. Накормить, напоить надо свое хозяйство. Ну, вечером тут побеседовали еще. Я тут долго вечером прихожу, целый час по комнате. Один тут на скворечнике нахожусь, хожу. Ноги разминаю, да. Вот такой хороший, прекрасный был день. Надо показать и наши ресурсы. Вот. Я люблю мой мир. Вот в моем мире уже сегодня принесла система. Три, четыре, пять, шесть. Так. Уже шесть. Роликов принесла из нашего канала. Теперь ленточный. Вот тут у нас есть большой православный форум. 1600 тем. Заходите, тут регистрируйтесь. Можете тогда и свои вставлять ответы. Ну и канал. Канал очень большой. Вот все данные. 7788 подписчиков и 7 621 169 просмотров. Ну, где-то 8200 с лишним роликов наших. Сегодня 10 поставил. Самое большое. Смотрит молодой зять дома и не помогает больному спиной отцу. 24. Видите, тема такая. Каждый смотрит у себя. И события дня 21. Только вот поставил меньше всего Златоуста. 2. Вот как. И еще у нас есть большой ресурс. Православный библейский сайт во свете Библии. Самое ценное, как я считаю, здесь. Ну, здесь у нас и 50 почти книг мной насчитаны. И чтобы вошло показать все. И вот темы по 55 папок разбросаны из моих книг. Ну и сейчас возьмем из 9-й про войну, это уже давно я ставлю по одному ролику, не ролику, а ответу. Вопрос 2996, 15-й том «Открытым оком». Вы писали статью «Алтай запрограммирован на войну»? Для Слова Божия нет, тут страница 585. Что изменилось с того времени, понимают ли это мирские власти? Ответ. Тут прозрение наступило во время и в то же время запланировано с невосполнимым опозданием на эшафоте. Не осудите меня, что сошлюсь на коммунистическую газету «Животолюбцев. Голос труда». Номер 50, так, видимо, 500 или 531. 15 декабря 2005 года, страница 1-2. Через 5-6 лет начнется война с Америкой. Вот такую статью я ее сейчас вам покажу. Я читать не смогу, простывший.
Вот считайте, я буду передвигать. Затормозите и просчитайте. Затормозите и просчитайте, не лишнее будет.
Вот такая тема, и думаю, на сегодня хватит.